Татьяна Федосеева. Готова присоединиться к Егору. Хочу дружить с садоводами, учениками железом. Егор, создадим чат. Ну все, процесс пошел, Егор. Дальше обменивайтесь с этими данными, чтобы не потерять друг друга. Юрий Железов. О, мой брат. Это ладно, Железов Юрий, это же мой, не просто мой брат. Он дока в этих самых, в интернете, в этих компьютерах, там, где я дурак дураку. Вот он пишет, Егор, я готов присоединиться к созданию чата в WhatsApp. А, ну, он пишет, Егору, прошу прощения, это грамматическую ошибку сделал, Егору. Так, как можно привести Шелковицу? Так, гражданин Алексейко, отвечайте, как привести Шелковицу. Я даже подождать могу, если вы еще на связи. Это вопрос к вам. Ирина Хабаровск. Я хочу дружить с садоводами по железу. Вот третий уже есть. Но, ребят, пока вы не обменитесь своими адресами или еще какими-то данными, это все будет бесполезно. Завтра вы забудете сами об этом пожелании. Так, ну смотрите. Формально мы закончили. Но у нас еще есть 12 минут. Вот. И еще письма не кончились. Так. Ирина Хабаровск. У Сергея продажи вишня степная. Она очень большая, разве степная бывает такой большой? Я думаю, как у Сергея моего, может, это вишня Владимирская, и вы как-то говорили об этом. Так, я не готов ответить на этот вопрос. Не готов. У него есть вишня только как корневые отводки, но не такие уж они большие. Вот вы увидите его, вот, да, может быть, прям напрямую мне прислать, что уж, и вот эту же фотографию, вот эта вишня, которая, на ваш взгляд, такая большая. Мне самому стало интересно. Так, Эльвира пишет. Подождем, куда нам спешите? В принципе, еще вся ночь впереди. И вот пишет. Может, правда, это самое, Егор не случайно оказался на этом вебинаре одним из лидеров. Здорово. Эльвира Хоута уже хочет присоединиться. Пожалуйста. Но как вы это самое, вы сможете? Так, а этот самый, Егор, вы давали свой электронный адрес? Я уже не помню. Егор. А, вот он, вот он. Вот каким путем вы можете с ним связаться. Вот он, вот он, вот он. Давайте копируйте, если это возможно технически, я даже не знаю этого. Вот, и потом уже проще будет. Так что Эльвира тоже готова присоединиться. Спасибо за отличный вебинар. Утром всех добавлю в чат. У нас уже 23, всем спасибо. А еще пишет Егор. Вот. Пожалуй, это самое. Посмотрим, что еще он напишет. Я не спешу. Вот. Может быть, Егор, это открытие. Ага. Вот это вот, наверное. Это есть электронный адрес, да? Ребята, копируйте. Я-то, допустим, могу скопировать. А можете ли вы, Дмитрий? А вот это вот что? Я сейчас открывать не буду. Так. Нет, я вот так сделаю. Вот так и вот так. Вот, потом разберусь. Потом разберусь. Это, чтобы мне понятнее было, вот так сделаю. И посмотрю, что это за ссылка, так как я в этом мало смыслю. Вот. Видите? Вот вы мне все вебинары нарушаете. Вот мне надо было... Вот видите, сколько? Примерно пятую часть я сегодня рассказал, да? А вот уже пошло-поехало. Вот я скопировал. Егора скопировал. Вот его электронный адрес. Дмитрий. Вот. Какой-то клуб, наверное. Дружите. Тоже подсказка годится. Вот. Дальше идем. Так. Сергей Амур. Спасибо, Валерий Кристинович. Наверное, добрый друг. Так. Хабаровск. А будут ли продажи саранцы вишни? Нет, не будут с этими, с генами черешни, нет, не будут.
Сергей этим не занимается, даже я не потянул. У меня был страшный опыт. Представьте себе наглого современного, как его назвать-то, предпринимателя, которому я продал первые пять черешен, привитых на вишню. Вот, ошибки быть не могло, они же были в моем саду росли. Ветки вот такой вишни и вот такой черешни, вот такой, спутать невозможно. Я ему продал пять. Уже на следующий год три из них превратились в вишни. Вот, что я выслушал, догадывайтесь, от этой наглой рожи. И с тех пор я сказал себе, больше я черешню продавать не буду. Косточки, да, там что вырастет, то вырастет. Вот у меня, например, вчера были гости. Вот они сказали, первый вопрос был, главное, ну только зашли сразу. Вы знаете, мы купили, не у меня, мы купили дюк, а что с него будет? Вот тут-то я уже раскрыл рот. Я говорю, дюк, он получается гибрид вишни-черешневый. Как правило, сеянцевые, вегетативные гибриды есть у меня, может быть, еще у нескольких на всю страну, вегетативные. А сеянцевые, перекрестное пыление, пожалуйста, вот продажи, вы и купили. А что будет? А я им говорю, они приехали из Красноярска, это уже холодина, это же кондовая Сибирь, Красноярск. А еще у них, оказывается, город не греет их участок. Ну, кто-то видел этот фильм, кто-то еще увидит. Что я им объясняю? У вас гибрид, вегетативный. Ой, вегетативный, я уже заговариваюсь по Фрейду. У вас гибрид сеянцевый, то есть не сеянцевый, а, ну, как еще называют-то, после опыления. А, генеративный. И вот этот генеративный гибрид, если у вас выживет, ну, да, нет, даже не так. Допустим, 10 деревьев посадили. Три из них выжило. Но это те, которые пошли в вишню. А семь замерзло. Это те, которые пошли в черешню. И вы имеете что? Вы имеете вишню. Почему? Удержаться на середине ни один гибрид не может. Его надо или выживать, или процветать. Купил бы это, а они наверняка... А где брал? Понятно, с юга. Вот на юге пусть и выращиваются эти же самые дюки. Гибриды, не вегетативные, а генеративные. Вот так. Вот я коротко сказал. Так, теперь возвращаемся мы в нашу к теме. Значит, я уже сказал, продажи саженцев вишни с генами черешни не будут. Так, теперь, Снегирев, вы чего-то тут тоже... Так, давайте сделаем так. Это тоже. Раз тут есть то ли ссылка, то ли что, разбираться буду потом. Не забывайте, что время наше вышло. Вот. Вот и здесь я потом нажму и пойму, что здесь такое. Потом. А пока и эту проехали. Ну, я же не виноват, что Татьяна пишет, да? Вот. Сергей пишет. Не виноват. Ждем дальше. Я выдержу. Ждем еще. Кому надо, отключиться. А пока никто не собирается отключаться. Мне это больше всего нравится. Здесь узкий круг, но зато сплошная гвардия. А, Татьяна. Валерий Константинович, у меня яблоня 3 лет. В этом году дала мне первые плоды. Веду ее в виде стелющейся, пригибая ветки, сломала верхушечную ветку. Я новичок, теперь боюсь что-то делать с ней. Надеюсь, жить она будет. Ну, Татьяна, невозможно ответить. В одном случае вы отломали ветку, вы испортили дерево и лишили его будущего. Вот. Что такое стелющее? Мыши могут съесть. Ограничения в урожаях, само собой, много ли только маленькая часть дерева будущего может быть уместиться под снегом. А может быть, вы ее спасли этим, когда сломали верхушечную ветку. Наоборот, спасли, потому что вы, допустим, живете где-нибудь, как вот приезжали ко мне с Туруханска, вы поверите? Туруханска за саженцами. Как отговаривал, бесполезно.
Вот. У нас, говорят, тоже потепление. Видите как? Поэтому я не вижу фотографию. Вот. Вы не знаете, что с ней делать. В таких случаях обычно говорю, ничего не, если не знаете, ничего не делайте. А будет ли она жить, она уже сама решит. Вот и все. Это такой, ну, если пришлете фотографию, поговорим еще на следующем вебинаре. Ну и заодно напишите, где вы, юг, север или в середину наполовину. Так, смотрим дальше. Переписка не закончена. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Так, Татьяна живет в Комсомольске-на-Амуре. Вы знаете, там довольно жесткий климат в Комсомольске-на-Амуре. Я, правда, в таких случаях говорю, Господи, сочувствую, а потом мне бах, как было это. Один пишет, у меня в Забайкале каждый год за 50, другой пишет, да давно в этом Забайкале давно не было это, ниже 30. В общем, все понятие относительное, так? Значит, если вам смысл, если у вас Комсомольск-на-Амуре, климат жесткий, так? А Амур, это вообще, там бывает и до 50 морозов. Были, подчеркиваю, были. Что получается? Получается следующее. Пусть она будет стелющаяся, но теперь ветку вы сломали верхушечную, но до будущего просто оставьте его в покое. Растет вверх и растет. Бывает, что отмерзнет ветку. Дай бог себе. Отрезали сухую, а дальше опять это растет. Вот. Раз уж вы пытаетесь посадить дерево там, где сроду культурные яблоки не росли. Так, смотрим, что дальше. Теперь, Андрей, вот это что такое? Электронный адрес, что ли? Ну-ка я нажму, перепугу. А, не, я, наверное, электронный адрес. Тут мне не понять. Так, кому надо, обратить внимание на этот адрес. Может быть, кому-то он действительно нужен. Так, Егор Томск. Купил в супермаркете весной абрикос, сорт не помню. Длиннющие, нашли, где покупать его. Одной веткой ствол под 2 метра. Посадил весной, за все лето ни одного листа, ни веточки не вылезло. Теперь понимаю, что не на холмик посадил. Да тут боюсь, что дело хуже, чем холмик. Думаю, обрезать осенью, может, все же примется, не помрет окончательно. Сейчас вы посадили весной, ни одного листика не вылезло. Скорее всего, это покойник. Прямо вы не осенью сейчас обрезайте, а прямо сейчас. А вот столечко оставляйте. Это, если вы правильно написали, ни одной, он мертвец. Но иногда бывает в самом низу, откуда-то чудо вылезет, почка проснется. Вот столько оставьте. Вот столько. Если не на холме, не пересаживайте пока, просто спасите его. Вот столько ставьте, остальное из этих 2 метров отрежьте. Извините чудо.